she can say in her voice, in her way that she love me. Всем привет, ребята. Всем привет. У нас сегодня день начался вообще не очень. Мы хотели взять машину на прокат и поехать в чешскую Швейцарию. Ну не получилось, машины нет. Пошли на прокат, нам сказали, типа, вообще нету машин никаких. Поэтому мы, наверное, сегодня пойдем в зоопарк. Да, мы сейчас позавтракаем и пойдем, наверное, в зоопарк погуляем. Мы немножко переоделись. Я в новых кроссовках. Ну-ка, зацень. Ногу поднимаю выше, ногу поднимаю. Вот такие кроссовки у нее. И идем в зоопарк. Точнее, сейчас идем на метро. Потом на автобусе. И потом будем смотреть животных. Пёсики. И вон там он пёсик. Здесь так много собак. Я, кстати, ни разу не встречал одинаковые, ну, повторные собаки, типа, знаешь, породы, короче. Ну, вот мопса второй раз я видел. Лабрадоры очень много. Тут вообще столько много собак всяких, да, разных. Да, собаки я разные. Я только два видел разных мопса. Ну, лабрадоров много раз, как вы видели, но много миллиард всяких разных других. Если учитывая, что мы видели, допустим, 100 собак, это были 100 разных видов. А рассказывали мы, что в кафе с собаками можно? Да, вроде рассказывали. Да, в метро, в автобус вообще спокойно. В кафе миску приносят. Да, везде можно, короче, с собаками. Тут вообще прикольно. Там идешь, тебе меня не видно. Или ко мне рюкзачок, классно. Мы в зоопарке, сейчас зашли в какой-то вольер, там помещение, как это называется, не знаю. И там летают летучие мыши. Прям по потолку такие носятся. И как бы она, мне кажется, сикнула на меня чуть-чуть на руку, а Паше прямо на лицо. Мне вот сюда сикануло только что летучая мышь. Я не знаю, или может быть она не сикнула, а как бы капельки там, ну я не знаю. Они сюда кворчат и прям вот над головой так. И там всего нового, непонятно что это. Там выдра. Я раньше маленькая была, хотела себе выдрочку. Сумасшедшая, что ли? Они прикольные. Посмотри, какая она лапочка. Нифига, он крошечный, как это, из мультика про Винни-Пуха. Похож? Там же был кенгуру. Сидит, что-то точит. Такого ты хочешь себе домой? Не знаю, нет, наверное. Здесь вольер с волками и собаки. Такие в панике. Что такое? Как ты захотела круассан? Жик. Покажи, насколько ты довольна. Трезвый жираф. Пьяный жираф. Трезвый жираф. Пьяный жираф. Рассказать вам, как Катя ходит по зоопарку. Так. О, слоник, о, жирафик, о, совушка. О, попугай. Киса. Киса. Не хочет отвлекаться на кису. Ну, это прикольно, что он тут встал, да? Вообще так красиво стоит. Мне кажется, специально посирует для нас. Мы решили сделать перерыв и перекусить сосисочками. Ну как у тебя? Вкусно? Как сосиска в тесте. Как сосиска в тесте? А я себе взяла типа сардельку. Нифига, давно они туда пришли? Да только что, я тебя еще позвала, говорю, Паша. Нифига, их там толпа. Они прямо такие вышли, такие встали, смотрят на всех. Мне кажется, они на собак. Да, они на собак. Тут, короче, две собаки эти, которые с волками закусались, и они прям вышли на собак. Смотри, смотри, собаки. Блин, страшно. Блин, такие красивые, да?
покакал. Блин, я же сказал, что он должен к нам прыгнуть. Она укусила его. Да. Он покакал. Вы что пришли сюда? Я его задел. Короче, реально же. Я спугнул его. По размерам вроде зоопарк огромный, а по содержанию что-то так себе. Да, Кис? Мы ходим, ходим и... Что-то он большой такой, а животных интересных очень мало. И все, наверное, поедем уже в центр, покушаем. Катя хочет тортик. Hello. Что скажешь? Что он божественно пахнет. Вот этот, мне кажется, божественный. Я попробовал, короче, этот. Он реально вкуснее миллиард тысяч разов. Дай мне-ка. Дай, дай, дай. Почему мороженое продается повсюду, а очередь только здесь? Потому что здесь самое лучшее. Это была реклама. Нам заплатили. На, ты же свое лимонное, я уже попробовала, но вкусное. Че, как? Вкусное. А у меня шоколадное? Реально лимонное. Вау. Как спрайт. И йогурт. Прикольно. Очень вкусно. Очень, очень. Ладно, ребятулечки, мы пойдем сейчас в отель, кинем вещи, потом сходим покушаем, потом Катя будет собирать чемоданы, я буду лежать отдыхать. Вот, отвечу. И отвечать вам на комментарии. Да. И мы увидимся с вами уже только завтра в Амстердаме. А что ты бубнишь? Тихо. Вот. Так что, всем пока-пока. Давайте, пока-пока. Say in her voice, in her way, that she loved me.